В парке Демьянова тоже не обошлось без происшествий. Неизвестные частично разрушили композиции и унесли элементы декора. Подробности в нашем репортаже. Растоптанные клумбы, сломанный реквизит. И все в парке «Вальс цветов» на площадке фестиваля флористики. В этом году над композициями трудились 30 организаций. Наводили красоту, высаживали цветы, своими руками мастерили героев из произведений русских классиков. Но, к сожалению, не все жители отнеслись бережно к новым арт-объектам. Одни приходят, фотографируют, все нравится, они довольные, смеются все. А другие приходят, они сфотографируют себя на фоне хотят. И они прямиком идут по клумбам. Стоит вот композиция «Слон и моська». Слон там стоит, вот эта собачка ж моська. Ну и что, дети залазят на этого слона сверху. В конечном итоге уронили эту собачку, отбили ей лапку. Но растоптанные клумбы – это полбеды. По ночам воруют то, что не прибито и не прикручено. У Параски сорочинской ярмарки утащили банки с оленями и связки овощей. Казалось бы, мелочь, а на деле правонарушение. Парк охраняется. Во-первых, у нас везде установлены видеокамеры по системе «Безопасный регион». Во-вторых, имеется охрана, которая регулярно обходит, наблюдает. Поэтому в любом случае нарушители будут найдены. И с рук это не сойдет, конечно же. Злоумышленникам грозит нешуточный штраф или обязательные общественные работы. Между тем, фестиваль признан одним из самых ярких в области. Инсталляции притягивают не только жителей города, но и гостей из соседних районов. Я первый раз сюда подошла, к этому замечательному месту. Иду только любуюсь изначально. Мне очень нравится, уже на начальном этапе все очень нравится. Следить, конечно, нужно, но это еще и от человека зависит. Ну, конечно, обидно. Люди стараются, и это же создано для нас, скажем так, да, для посетителей, для детей. И разрушать, я не понимаю, ужасно. Поэтому усиление контроля за парком – мера скорее вынужденная. Охрана круглосуточно обходит в том числе и территорию фестиваля. А благодаря системе «Безопасный регион» только с начала этого года раскрыто 35 преступлений и 128 правонарушений. Анастасия Галкина, Иван Першин, Наталья Красавина. Новости дня.